Оперативное совещание 28 февраля провел глава Раменского городского округа. Виктор Неволин отметил, 25 февраля он выступил с отчетом о работе за прошедший год и планами на 2022 год. Основные задачи, которые перед нами стоят, это хозяйственная повестка, которая предусматривает плановую работу по содержанию территории, по нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения, по работе школ, учреждений. 23 февраля страна отметила День защитника Отечества. Хочется еще раз поздравить наших ветеранов, всех, кто служит и служил в советской армии, всех, кто служил в Красной армии, всех, кто служит сейчас в российских войсках, с праздником Днем защитника Отечества. Как никогда актуально, защита нашего Отечества – это сегодняшняя повестка. Глава округа попросил доложить про обстановку в округе с ковид. По словам главного врача областной больницы, заболеваемость идет на ощутимое снижение. Всего 182 заболевших, сегодня прошло 1044. Взятом ПЦР у них два раза меньше, 1898. Сотрудники скорой помощи также отметили о снижении заболеваемости коронавирусом. Наталья Валерьевна Артамонова отметила, благодаря привлечению новых специалистов, бригады скорой помощи могут выезжать гораздо чаще и оказывать более качественную помощь. Это результат хорошей, наверное, политики кадровой нашего руководства, ну и однозначно в Московской области, это я веду к компенсации за съем жилья. Люди приезжают с удовольствием. Вот. Отсюда у нас количество бригады сохранено, нагрузка немножко уменьшилась. Отсюда и растет качество оказания скорой медицинской помощи. В Окружном управлении социальной защиты оказывают помощь гражданам из ДНР и ЛНР. На территории Раменского городского округа находится на данный момент 61 человек, из них 25 – это дети. Все они размещаются у родственников либо у знакомых. Выплаты этим 61 человеку оформлены, программа внесена, документы все собраны. Сейчас в процессе еще 13 человек оформляются. Кто-то приехал, кого-то ждем еще в течение дня, из них 7 человек. По одной семье вопрос по размещению, пока не понимаем остальных, сказали, что размещение не нуждается. Напомним, 25 февраля из приемной местного отделения партии «Единая Россия» был отправлен гуманитарный груз. Вы знаете, что мы собрали 3 газели, на прошлой неделе отправили. Сейчас по 5 территориальным нашим приемным идет сбор помощи, люди охотно приносят. Все это находится на контроле на «Единой России» и в главном офисе «Единой России» в Карл Маркс. Мы должны подставить плечо. От нас ни от кого не убудет, если мы лишний раз спросим и выясним, что там происходит, как, в чем человек нуждается. Семья прибыла сюда. Это человеческие жизни, это человеческие неудобства, это обстоятельства непреодолимой силы, которые мы с вами должны принять и нивелировать негативные какие-то факторы, которые создают настроение, а кто-то их пытается политизировать. У нас здесь с вами, мы в политику с вами не играем. Мы занимаемся тем, что обеспечиваем вынужденным переселенцам помощь. Украина ли это, Луганская ли это народная, или Донецкая народная республика, неважно. Елена Цыганова, Сергей Григорьев, Игорь Чернышов для программы «Городские вести».